Анапчане открыли счет уже на третьей минуте матча. Этим самым задали победный настрой всей игре. Атаки наших футболистов следовали одна за другой, и почти вся игра проходила возле ворот соперника. Мы знаем, что наши болельщики от нас ждут красивой зрелищной игры. Я думаю, мы их радуем нашими забитыми мячами и уверенно ведем к победе. А что будет дальше, мы пока не знаем. Во втором тайме игроки из Динского района все-таки сумели прорваться к воротам Анапы и забить гол. Но это не спасло их положение. Я гость этого города. Мне очень нравится спорт, в том числе и футбол. Мне нравится, как борются анапчане, как они играют. Технически, конечно, они выше Динской команды. Мы желаем им и в дальнейшем такой же хорошей игры показывать. Ну а мы будем болеть, поддерживать их. Я хочу, чтобы наша команда добилась самого высокого уровня, стала чемпионом Краснодарского края. Закончился матч со счетом 6-1 в пользу футбольного клуба «Анапа», который в настоящее время находится на верхней строке турнирной таблицы чемпионата со значительным отрывом от соперников.